Сердце дворца, ледовая арена. Место, где происходит все самое интересное, где куются победы и рождаются хорошие игроки. Сейчас воздух прорезает непривычная тишина. Но руководство учреждения надеется, что уже совсем скоро после снятия всех ограничений ледовый дворец заработает на полную силу. А пока вынужденную паузу здесь используют как повод обновиться и провести технические работы. Ледовый дворец спорт «Сокол» готовится к открытию нового сезона. Мы провели определенный ряд работ. Ну, в частности, мы провели техническое обслуживание лед-заливной машины «Замбони», провели ее ремонт, подготовили поле, подготовили внутренние помещения. В целом, можно сказать, что мы готовы на 99% к открытию. Дворец спорта «Сокол» за годы своей работы смог завоевать популярность не только среди жителей Уварова, но и гостей города. Дня открытия ледовой арены, несомненно, ждут в прямом смысле и стар, и млад. Стоит отметить, что деятельность учреждения была приостановлена в конце марта из-за введения ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. Закрылись мы с 27 марта, и все это время нам было запрещено работать, то есть согласно 233-му постановлению администрации области, деятельность была приостановлена. На настоящий момент она также приостановлена, но это касается только ледовой арены. Мы с июля месяца открыли фитнес-зал, это уже разрешено, но, к сожалению, опять же, по 233-му до сих пор деятельность ледовых арен пока запрещена. Ждем отмены запрета. А пока ограничения не сняты, вернуться к активному образу жизни уваровцы могут благодаря работе тренажерного и фитнес-залов. К приему спортсменов готово и футбольное поле. В связи с переходом на третий этап снятия ограничений в Тамбовской области разрешена организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарные планы. Так, в минувшее воскресенье главная футбольная арена города принимала гостей в рамках чемпионата Тамбовской области по футболу. Но в связи с действующими санитарными требованиями спортивными мероприятие прошло без зрителей. Что касается возобновления деятельности ледовой арены Дворца спорта «Сокол», то, по словам руководства учреждения, как только станет известно о снятии ограничений, здесь сразу же готовы приступить к заливке льда. Так что ждем хороших новостей и готовим коньки и клюшки. Ирина Пивоварова, Виктор Викторов, «Наш город».